Самые обаятельные и привлекательные, а еще грациозные и фотогеничные. Они покоряют подиумы и отлично смотрятся как в купальниках, так и в дизайнерских нарядах. Десятилетие отметило, пожалуй, самое известное модельное агентство Курска «Новые лица». Праздник провели с размахом и вкусом. Главным событием вечера стал финал уже традиционного конкурса «Мисс Новые лица». Красавицы Соловьиного края покоряли аудиторию шармом, изяществом и загадочностью. Тема «Венецианский карнавал». Кричащая дерзость или сдержанная элегантность – какой образ сможет принести победу? Модельное агентство, как всегда, удивляет отличной подготовкой, изысканностью и креативностью. Анжелика в «Новые лица» пришла год назад. В свободное от фотосессии время учится на агронома в СХА, но преуспевает и в индустрии красоты. Ощущаю себя намного увереннее, чем до этого, конечно. Пришли мы все немного робкими, скромными, но обычные студенты, как говорится, первых курсов. Вот, нас научили фотопозированию, нас научили, как себя вести, то есть все основы нам дали. Это необычный конкурс красоты. Зрители не увидят здесь модельных параметров или профессионального опыта. Индивидуальность и уверенность – главное оружие этих девушек. Свои образы они готовили в течение месяца, не без помощи специалистов. С каждым годом модельное агентство процветает во всех отношениях. И в количестве качественных моделей, с которыми можно работать не только на курском уровне, но и на московском и зарубежных. Этих девочек, я не знаю, с чем это связано, появляется все больше и больше.